Ну, типа, яичница вот с овощичками, то есть там помидорки, лучок, Ну да. обжариваешь там и вообще охуенно. Перчик. Я вообще, кстати, не понимаю, как готовить яишенку, не поджарив перед этим хлебушек беленький на двух маслах, на оливковом и этом, и подсолнечном. Нихуя себе. Чуть-чуть Что-то подсолнечного, оливочья. на владельцах 40-90. Ну там чуть-чуть прямо буквально. Потом нарезаешь себе булочку кубичками, закидываешь, солишь, перчишь, обжариваешь их, они становятся такими хрустящими. Потом туда колбасочку. Во, кстати, Алексей, сегодня вспоминали, ты же 3080 просто голд собирал, донат голд, и тебе задонатили, и ты купил. Или тебе от... А, ну вот, все. Или тебе просто отправили 3080. Не-не-не, донат гол тогда чел Донат кидал. голд, Купи все. себе 3080. Все. А что... Куда Мне... 3080 думаешь присунуть? Продать. Почем? Не знаю пока. После майнинга их за 50 сбагривают. Ну ты это там, перед тем, как куда-то выставлять, озвучь предложение, готов, Окей. открыт. Мне просто нужно материнку купить, новый корпус, и как раз они выйдут, блядь, в половину того, что там где-то в двадцатку выходит. Материнка плюс корпус. Нихуя, ты что-то, блядь, где-то это подешевле решил купить? Подешевле, подороже, блядь. Какой подороже, блядь? У меня материнка, нахуй, только 12 вышла, когда я покупал, блядь. Ну вот у На меня материнка примерно 550-м. 12 есть, да. А, ну вот. Но корпус... Не, ну тут смотря какой корпус, конечно. Но вот этот корпус, который у меня, он сейчас стоит 1004. Не берите его никогда, блядь. Это просто алюминиевый кусок с уебищными кулерами, которые вам придется все менять. Мне А мне кажется, зрин скинул корпус охуенный, говорит. нормальный корпус, блядь, тысяч сейчас, наверное, 8-10 стоит. Если Лиан Ли взял за 15 тысяч, что такое Лиан Ли? Это корпус такой? Это на самом деле пиздец понтовые корпуса, но корпус, который я хотел от них, он требует блок питания формата что-то там XPM, что-то, блядь, короче. Короче, маленький блок питания требует, а они пиздец дорогие вообще. А, мне ТФ-бата скинул большой Лиан Ли какой-то. Но там охуенный корпус вообще прям. Но я сейчас попробую найти, что он мне скинул. Какой он корпус мне. Говорит пиздатый. Ушу, ебать, В я на корпусах на месте. самом деле... Во, вот этот вот. В корпусах на самом деле самое важное, блядь, это разводка проводов, чтобы она нормальная была. И чтобы он охлаждался нормально. Ну, Ну чтобы да, сделано ну все было и сам по-умному. материал корпуса. Ну О, ну, пшу, блядь, так... Вот да. этот Выглядит корпус, пиздёвым. это этот корпус, который тебе скинули, пиздёвый факт. 12 тысяч, блядь, еще бы он не был пиздёвым, нахуй. А вот, Ну, мне нравятся два огромных вентилятора, У меня просто... телефон дешевле стоит, чем этот корпус. Профиль этого нужен, профиль блока питания, я не вижу информации. Блоков питания ATX. ATX блок питания, это ATX Ну это нормальный, обычный, по блок идее. питания, это обычный, да? Мне кажется, да. Есть микро ATX или мини ATX. Нет, там какая-то есть такая название интересное, сейчас скажу даже, как называется. Это Да, надеюсь, обычный, мой да? блок питания залезет. Да, это обычный, тогда нормально. Сейчас, Миша искал форм-фактор. SFX. Вот форм-фактор, да, там, вот SFX, да-да-да, но там вот, короче, от вот этого Лиан Лю был пиздатый корпус, охуенный, реально, я его, блядь, чуть не купил уже. И смотрю, а там форм-фактор блока питания. Вот. И я такой, бля, ну ладно, типа. И забил. Меня тут пугают, что 1000-ваттника не хватит на 4090, и нужно обязательно ставить Бля, не знаю, Алькор, 1100-1200. я, короче, смотрел у двух челов обзор на 4090. Один тестировал сначала на компе 850 золотом блоке. Все было охуенно. Тестировал на 750 даже золотом. Работало нормально. Но говорит то, что может упираться пиздец прям в ноль в ноль. Но на 850 все заебись. И другой чел тестировал на 800 и на 850. Все было заебись. Ну все тогда, Поэтому я типа ты бомба. хз, на что там такую сильную так тянуть? А да, должно хватать. У меня вообще на нем написана какая-то интересная инфа, что он типа на 850. Написано 850 и 1000 написано, короче. Он как будто бы работает в двух разных режимах.
Но по маркировке, по идее, тысячеватник он. А что хуй знает. Убиквает пиздатые корпуса. Вот что-то убиквает не сошелся я по тому, что у них было. Корпус, который я хотел, он там долгое время по доставке, а которые были, мне вообще не нравились. Короче, вот, типа, корпусы делают, переднюю крышку всю нахуй закрывают, ставят, блядь, три вентилятора и маленькие дырочки боковые для питания, ну, типа, для забора воздуха. Чё это, блядь, за тупость вообще? Нахуя, типа? И ставят, блядь, три там больших, нахуй, 120 или даже 140 миллиметровых, блядь, которые просто, ну, не смогут столько воздуха всосать. Пиздец, блядь. Причём там реально отверстия хуёвые. И челы пишут о том, что отверстия хуёвые, и зачем, типа, это сделано, непонятно. Единственное, что не понимаю, нахуй вообще этот адаптер нужен, который с ним идет. Неужели нельзя напрямую от блока питания подключить как-то? Или там какие-то другие эти способы питалова? Ну, в смысле, я же говорил, у 4090 вроде бы разъемы, типа переходник должен быть в комплекте. Ну, вот, вставляешь переходник, вставляешь видеокарту, все. Но этот переходник, главное, чтобы, короче, ты его никак не гнул. Вот он как есть прямой, так его и ставишь. Типа, чтобы вообще нигде ничего не загибалось. Если где-то что-то загнется, он сгорит нахуй. Во, Heavy Gauntlet. Ебать, вот это мне. А, БП с такими разъемами не существует еще. Да где я увидел это? Охуеть. Так, yes. А, я могу я, мужики, если кому-то интересно мое нахуй никому не нужное мнение, я считаю то, что новая серия 4 типа 1000, это, конечно, все заебись, но то, что они сделали их такими огромными, это лютый кринж. Лучше бы подождали, не знаю, какую-нибудь там усовершенствование технологий, чтобы они могли поменьше эту хуйню сделать. Она, ну, это лопата ебаная вообще. Ну, а факт, она здоровая, она, блядь, с руку. Я не знаю, Мишань, ты можешь помнишь примерно по размерам, насколько у меня маленький системник? Ты когда в гостях был? Да, естественно, не особо помню. Короче, у меня системник по размерам как две обувные коробки, закрытые. И я просто сравнил по габаритам, у меня 4090 будет занимать ровно половину системника. То есть, ну, понятное дело, что она туда в принципе не влезет. Ну, просто как факт. Мы идем? Сейчас, погоди, я тут торгуюсь, блять. Вон, что покупаешь? Нравится? Перчатки, блять. Ну, я бы тоже перчатки взял. Только пойду посмотрю что-нибудь. Да хуя, да? Столько легендарные шмотки стоят, разве? Короче... Размер карты обусловлен сложностью охлаждения. Для маленьких решений существует водоблок, который еле-еле вытаскивает 4080. Да хуя. Пишу, что она большая, потому что так надо, короче. Ну, тип что-то да, 230 дохуя, блядь, я согласен. Я за думал, перчатки это супер дохуя. За ну, я думал, ну, за 200, ну, максимум, блядь, ну, что-то дохуя он просит. Да не-не-не, забей, перчатки сотку обычно стоят, 100-150 это максимум. Я вчера помониторил рыночек. Да? Так, ну я готов, если что, кого мне приглашать. Как, ники у вас какие там? Sunday 998. Alcore 1. А, Sunday... АИЦ большое. 998. Barbarian. Так, и Alcore. Ага, так. 1. Ебай, графон заряженный. Ну да. Так у меня, блядь, золотая броня. У меня золотое оружие. У меня золотое кольцо. Нормально. Поэтому, сейчас да. Лучник вообще будет себя с барбарианом файтером идеально чувствовать. А у тебя... Буду сзади стоять. У тебя... Может? А Алексей, может? Лук нужен? Броня нужна?
А я вот думаю, может мне взять какого-нибудь баффера и просто бафать вас? Вы вообще тогда бессмертными будете, нахуй. Да забей, у нас хилок сейчас дохуя. Ну ладно, броня? Ну, да я в стартовый побегаю, потом найду не, что-нибудь. Не, ну у меня просто есть армор рейтинг 50, гамбизон на все классы. Нихуя себе, ну давай. И лук на 44, 17. Интересует? У меня лук на 34, ну давай. Ну давай, возьму лучше лук, тебе лук так. И броню тогда. Я голым пойду. Так, да, гамбизон и лук я тебе возьму. Окей. Могу еще, ну, могу еще хилок тебе взять. Да я бинчика взял нормально. Ну смотри. Я рейди. Да не, босса мы сейчас не пойдем пиздить, мужики. У нас, ну типа, снаряжение, не все готовы по снаряжению. Я бы сегодня еще зарегал какую-нибудь этот, какой-нибудь Элис, Сишку. Я купил, ну, там видно себе... будет. Так, ну я так Кире хочется. Скажу, мы типа до этого вообще с Сеней забивались, то что он еще тоже пойдет, но он сказал, что еще хочет доту поиграть, вот. Поэтому... Типа... Сеня целый день дома сидит, не может с пацанами сыграть в игру. Понимаю. Ну, не знаю, короче. Ну, я, типа, ему до этого писал, он, типа, сказал, что хочет еще в доту сыграть. Я такой, ну, окей, типа. И ты написал как раз-таки вот после этого, буквально через, там, несколько минут, и я сказал, типа, заходи пока. Окей. Я рейди. Ля, шахматы стоят. Бля, вот этот удар мне снизу нравится, пиздец, коса прям такая дикая. Во, наверное, блять, во времена, когда эти оружия использовали, просто ногам пиздец приходил. В колено тебе такой попадет удар, все нахуй. Щит нормальный, ну у меня такой мейнпун там, я какие-то притаскивал синие щиты. Так, Алексей, держи твой лук, держи твою броню. Бля, какая броня. Нихуя бля, себе, броня? Такой медленный пиздец. Вот эта броня на самом деле супер крутая для своих статов. А ты не осветляешь игру для чата, кстати, немножко? А то я думаю, может немножко посветлее сделать. Я просто себе яркости чуть-чуть в игре добавил, но типа... Нет, короче, не осветлял. А сколько у тебя скрин брайтнес стоит? Сейчас скажу. 228, ебану. Видео... 278 у меня. Хуя всякая. Да все равно нихуя не видно в темноте. Я, блядь, в Risen нахуй только что играл, бегал, блядь, по пещерам, факел под ноги кидал, со скелетами пиздился. И сюда, блядь, пришел. Че изменилось? Нихуя! Так, у нас тут комната с Басевичем, кстати. О, так надо это, зачистить ее. Аккуратом. По-хорошему, да. От всех летунов проклятых. Да, летуны должны умереть. Хорош. А, еще скелеты-лучники. От лучников еще, да. Это босс аккуратно очень близко может загреться. Да, да, нормально. Бля, загрелся. Загрелся. Пизда, реально загрелся. Еще и скелет мне въебало дал, да. Давай дверку закроем. Давай, давай. Ага. Блять, Алексей! Отходи, отходи, отходи! Отходи! Там отхожу, типа сзади скелет ебет. Я просто медленный. Да-да-да. Главное хилку юзай свою. Да-да, юзаю, пока да. Блять, так страшно в Сандея попасть. Ёб твою отходи, мать, отходи, а. Отходи. Я разберусь. Ну давай. Ай, по мне сзади лучники башат. О, все, Басевич приагрелся, по всей видимости. Да-да-да. О! Кара, блядь. Да ебать, он разлетался тут нахуй. Да сколько тебе надо-то? А, я бьюсь об деревяшки. Нормально. Хорош, мужики. Ой, я дверь выбил нахуй, ебать. Нихуя там. Тут типы, тут типы, тут типы. Тут типы, типы сзади с НДЭ. Один въебало получил.
Так, ну они кидают эти. Я напиваюсь пока что. Они бафаются там. Да, мы тоже бафаемся. Идут. Хорош, Киря. Убил первого нахуй. Второго, блядь. Угу. Чё, клерик, алло, блядь, иди сюда. За клериком. Бой. Чё, он там убегает? Не-не, он нахуй решил его, постоять. Блядь. Он принял свою смерть? Да. Да, теперь принял. Ну, мне мемно получилось то, что я чисто случайно вынес дверь скиллом своим, а там тип стоит, палит на меня. Ух, он палит. Кольца у него возьмем. Ебать, они тут золото наскидывали. Было что в боссе, интересно? А щит и бронь какая-то. Там дублет, да. Пацанов золотали, которых мы убили? Здесь снизу я ничего не смотрел. Фигантлет, хуйня. Так, ну это враф. Ты вообще умираешь? Ну брони у меня сейчас достаточно. Тут, блять, по фактам. Ну чит, кстати, неплохой по форме. Он идет круг. Ну можем это, в комнату босса. Мы же и босса убили, и все остальное. А, да, 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 в комнату боссов лутаться, если сейчас есть еще. Погодите, у меня локпик есть. Во, локпик, давай, кайф. Давай. Я его истрачу сейчас. Я пока скелетов хуярю. А, в смысле у себя? А может мы на центральный сундук, Кири? А может на центральный, да. Бля, нихуя себе. Да там это... Тут тоже очень крутой сундук, но он 3 проверки потребовал. 3 проверки? Да, 2 проверки. Что за хуйня, блять? Это фейк. Надо, наверное, взять привычку фейк уже не подбирать просто. Все, скелетиков это. Убил, да? Ну фейк тоже продается. Не-не, ну типа забивать инвентарь уже бесполезно. А, нихуя фейки ты. Фейки очень дешевые, по 2 голды максимум. Да, Crystal да, Ball, да, по факту. Еще какая-то хрень. Скруджи, спасибо большое за переподписочку. Благодарю тебя, Стэн, за 14 месяц. Спасибо огромное. Сюрджик, надо ну, взять. У вас просто денег дохуя уже, вам не да нужны. Да не то чтобы фейки. Дохуя, я просто... А я фейки собираю, блядь. Проебывали бабки просто до этого. У меня копье фиолетовое было за 100 голды у этого, покупал. У торгаша, такое было пиздатое. И потом мы сдохли. Он лаки. Да. Но у меня сейчас другая штучка, это мне мейнкунчик подогнал уже. Такая, зараженная. У нас на 15. Такой топ. Типы? Топ. Да, да, да. Он увидел меня, блядь. Если прям близко будет драка, говори. Я пока тут... А он сольник, полутаешь. Походу. Не, лучник есть. Слушай, лучник фильм. Есть. Ну да и прям в бочину можешь выйти этому. Киллеру его. Сейчас, я, короче, въебываю эту хуйню. Дал в него. Вот эту хуйню еду ебашу. Еще раз дал в него. Да там Киря уже пошел веселиться, блять. Бля, в Сандея бы не дать теперь. Один готов. Ебаш его, мужики. На, нахуй. А сука, раньше меня убил, вот сучара, блять, а. Там пишет, кто убил? Да. Бинт спижу. Забирай. А, так они тут другой склад развалили. Да. Кого-то убили. Опа, кого-то хлопнули. Ну, голышей развалили на самом деле. Голышей развалили, да, согласен. А, сука, локпик требуется, блять. А у него фейковые эти есть, забью-ка фейковыми шмотками себе инвентарь. А то все продам по одной голде, заживем, ебать. Плохие штаны на 24 армора не нужны никому. Не, у меня хорошие штаны. Ну типа... Двери открылись? Двери?
Не, открыли сети, порталы. А, это порталы. Блять. А вот эта дверь была открыта? Типа, если штаны фиолетовые, латные найдете, вот тогда говорите. Вот это я приму 100%. Тут хилка есть, Сэндэй, вот здесь. Shrine of Health. Да, да, думаю, не понадобится уже. Хорошо выглядит Тарков на релизе. О, да. А мы же на красный пойдем или куда? Ну, можно на красный, можно на красный. Вот тут у нас два портала есть. У меня красный тоже есть еще. Можете залетать. У тебя тройной красный? Не, одинарный. Одинарный, ну вот нам нужен тройной желательно. Тут мимика кто-то захуярил. А что, вместе уйти? Мы так уйдем. У меня типы? Если по разным портам. Или нет? А, нет, это. Типы? Не-не-не. Это скелечья голова пролетела, вот это вот. Я думал, это чипсики. Ну, можно будет это. Можно будет пойти на красный, я тоже так думаю. А, они сейчас уж появятся. Вам пойду помажу силкой все-таки. Один красный есть. Что, полетели? Тут уже нечего ловить, я думаю. А там внизу красный уже есть? А, чел, сзади, Мишань. Да, чел. Юги. Рили. Лучник гнусный. Три стрелы в меня выпустил, промазал нахуй. Бэду его сбоку. Давай. Ай, блядь. Вот. Ну-ка, блядь, бесстрашно. Блядь. Ебать, он меня сейчас убьет, мужики. Мишаня, отходи. Уходи. Пиздец, вот медленность, блядь, а. Я закрыл дверку. Не-не, я его подожду, нахуй, я его захуярю, блядь. Я уже в спине, мужики, не боитесь. Да, он, если что, просто очень сильно он у тебя... Труп. Он труп. Он доебет, да. Ебать, у него брилюков. Неплохо голды у него тут. Типа он просто, это, накидал мне и пиздец как меня замедлил. Ну, тут рапира, лук на 33. Ну вот он луком мне и нахуярил, очень быстро стрелял. Бачки 12.6. Бачки, блядь, ботинки, ебаные. Так, ну я съебаюсь вот в этот портал. Тут много красных, можно уже в красный. Да-да, идем в красный, а мы походу там одни будем вообще. Походу. Да, так, ну как обычно, я вообще не помню, чтобы кто-то с нами в красном был. Ты, Миша, не ушел? А? Да, ушел, да, я же тот ушел, который в зоне уже был, которая закрывалась. Окей, я открываю. Я вам потом этот, себе вообще поставлю. Костер. Кэмпфайр. Ну, я тоже поюзаю его, это нормальная тема. А что он дает, кроме хилки? Восстанавливает скилл. А, есть какой-то скилл, который кончается и надо отдыхать? Да, да. У меня два скилла, один дает супер, ну типа ускоряет, короче, на... 25% мою скорость атаки на 6 секунд, а второй хилит меня постепенно. На 50% хп, короче, хилит постепенно. А у меня вроде увеличивает мою скорость атаки и пробитие брони на 30%, но за это я на 70% брони меньше, типа, на мне считается. Ну, кстати, вот он с лука по мне сколько стрелял, ебать, я впитал, конечно, этой броней, ебать. Да. Ну, а ебанутый, реально. Если бы я был на лучнике и увидел вот это вот впитывание, я бы охуел. Все, я тоже готов. Ну, на босса мы не потянем, это 100 по 100, но полутаться просто имеет смысл. Прыгивать вниз только. Да, пошли. Но тут сейчас будут ловушкирсы, скорее всего. Да. Два зомби? Да, сейчас будем принимать их. Как раз таки вот здесь, в мобах, довольно шанс большой залутать годноту. Ну я не знаю, мне на этом левеле ничего хорошего еще не разу. Не-не-не, мне прям реально падала годнота здесь, всякие эти... О, Киря, надо на +3 силы амулет?
У меня такой же, да, но возьми, такой возьми. Же? Я его себе на случай, если этот проебу возьму, это хороший. Не, нихуя, блядь. Я бы отдал тебе, если бы у тебя не было такого. А, ну не, если тебе надо, забирай. Не, ну в смысле, у меня тоже хороший есть, но я себе тогда его, я себе заберу, как запасной. Давай. Говорят, на этом уровне нужен этот локпикер. Рога. У него там типа в закрытых сундуках здесь леги лежат. Не знаю, сколько это правда. СНД и фиолетовый шлем на Барбария, на скелете у меня. Интересует? Далеко. Есть слот. Слот есть. Заберу. Пони мне его. А, так и на клерика, блять, фиолетовый. Нихуя себе, блять. Да ебать. Вот я про это и говорю. Ой, мужички, проблема у меня. Че такое? Да хуя мобов накинулось. А ладно, справился. Бегу, уже. Бегу. Так ты же с одним дерешься, блять. Да я на 4 только убил. Ну, типа, heavy ornament chest. Может что-то вкусное быть. Я там... Что-то выпало, да? А, фиолетовый даггер на файтера. О, неплохо. А чё ты, каску-то заберёшь свою? Да, тут два сундучка. Скинь под меня просто, если не сложно. Ну я вот, ты же вниз будешь спускаться на лестнице? Конечно, конечно. На вот это вот хуйня скинул. Не смотрел, какие статы дает, но шлем типа фиолетовый. У нас портал там через комнату босса идет. Да, мы сейчас будем... О, блядь. Бля, это проблема. Нам не с этой стороны, короче, нам надо вот с той стороны идти. Быстрее только. Мужички, хилочку бы. Дайте я первый пройду, пожалуйста, чтобы мне надо это... Чтобы я еблом не торганул случайно. Ну ты вот тут давай. Просто направо уходи и все. Направо вот тут просто. Так сразу направо сейчас. Да, 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 да. Просто надо быстрее делать это, Кири. Сейчас зона пойдет, и мы там уже не пройдем. Забей, здесь босс не такой жесткий, как те. Ты можешь захуярим тогда? Да не-не-не, ну не настолько типа. Так, закрываем дверь. Ага, хорош. Тут сейчас скелеты поднимутся. Сломайся, блять, костлявый. Скелет хуй. Скелет хуй, согласно. Да в такой же, блять, кинжал, нахуй, фиолетовый выпал. Не, здесь с мобов лут просто ёбнешься вообще. О, еще один фиолетовый кинжал. Так, я предлагаю парню уходить. Шляпка. Ну, типа... Да, пойдем. Здесь вот, дольше вот стоять нельзя. Залутаться, да. Там можно вниз нужно. Мишаня? Да-да-да, я иду. А, так это я вылетел, походу. В смысле? У тебя вылетела игра? Ты у меня идешь просто прямо. Ты у меня тоже идешь прямо, но вот мы с Сандеем бегаем. А, mm. я не могу ни открыть эти, нихуя, да, у меня вылет. Блять, быстрее перезаходить надо, Алексей. Ну, да. У тебя ограничено время, да, тут есть реконнект, но тебе нужно успеть. Что нам делать? Через босса идти? Да, 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 вот эту хуйню надо сейчас пойти направо. А даже выйти из игры не могу. Вот это хуёво. Ну, мы тебя сможем в перспективе резнуть тут, конечно, но добраться до твоей души будет проблема. А у меня есть только интерлобби и старт, я не могу переконнектить. А, из игры. Выйди. Я уже вышел из игры. А. Только старт. Блять, ну походу мы потеряли Алексея. Неверлаки. Да, я полностью голый. Сейчас тогда, погоди. Блять, ну, нормальные баги. Даже, блядь, играть не повезло, Лёха, просто не повезло. Ну, блядь, очень не хочется играть после такой хуйни. Я типа... просто тебя сейчас убью. Да пиздец. Захуярю тебя нахуй. И забью. Я умру сейчас. Почему? На меня хуярит тут, блядь. Хуя ну, типов. Я просто пошел забирать Алексея. Вещички. Блядь, вот ты чё мне? Я нормально справился. Пиздец, гончие, они типа отлетают от одного, но когда их много, это проблема. Бля, ну Алексей, прости, твои сокровища забрать я не смогу, но да я плохо. Забрал лук и гамбизон, поэтому уже не так плохо. Ну просто они реально хороши. Так, ну я, Кире, вижу только один портал пока что.
Нет, я ни одного не вижу еще. Но он у нас вот здесь один портал. А, вот тут вот вижу. Вот тут вот один. Ну нормально, я вот здесь, видишь? А, ну все тогда. Зайди за угол. Выходим, выходим тогда. Забрал обратно свои вещи, что вытащил в начале. Ну да. Кэшбэкнул. Интересно, а то, что я убил тиммейта, это считается как убийство в лидерборде или нет? Так, ну это я оставляю, это я продам. Да, хорошая вообще штука так-то. Сюрджик можно оставить, это продадим, это... Ну это secondary weapon, то есть это надо что-то основное и вот эту дополнительную. А, да не, мейнкунчик, ну у меня есть вот эти щиты, типа, вот такие два щита. Но я пока хочу с этой хуйней бегать, она же вообще жесткая. О, пацаны. Здорово, Арсюха. Здорово, Сеня. Что, вы еще в обили? Можете еще одну сыграть, наверное? А, успеем? Да, да, еще ебаните. А еще. Ты куда? Ну давай. Это мне там Джокер позвал, 10 минут, наверное. А вы потом пойдете с Джокером? Куда-нибудь. А вы выходите? Я просто я не то, чтобы прям сильно горю желанием заняться НД, если вы по кайфу можете играть, типа я найду чем заняться. Не, у меня просто Машка грустит. Я думал, если бы мы в Элис, например, пошли, позвал бы ее. А, ну можно. Она немножко повеселилась. Да может, это что-то грустно. Ну сейчас, короче, давайте изъебаните еще этот. Угу. Давай, Архейку. Давай. Я походу. А, нет, Сиверкоин, вот он здесь. Это я продам. Так, это я вынесу Алексею. Сейчас тут немножечко торговли обеспечим. Бля, ну вот это только херня 19 стоит одна. Вот это. Бля, вот такие вот штуки бы находить. А это? Тоже неплохо. Что ты, Мишань, на сколько вынес? Сейчас скажу. А, сейчас, секунду. Нет, агилити я продаю, вот эту стрендж не продаю. На 142 вынес. У меня 144. Ну, там просто учет того, что я еще Алексеевское забрал, часть вещей. Ну, у меня тоже шлеман. Ну, вот, да. Наручники. Так. Это я в запаску. Так, это мы вынесем. Лёхи, ну медицины, блядь, с меня выбили нехуёвенько тут. Сколько фитнес, да, физик? Блядь, когда ты выносишь 140 голды, купить на 20 голды медицину вообще хуйня. Согласен. Так. Ебать, блядь. Что такое? Да, меня Машка же сегодня разбудила словами, что у меня майнер на компе. У нее, на рабочем. Она его использует только для того, чтобы... Ну, то есть она не могла его поймать никак сама. Она использует его для... Word'а, Excel'а, Яндекс.Таблицы. То есть на рабочем ноуте? Вот на ноуте? Да, на рабочем ноуте. Excel-таблицы и этот, как он его? Он же свежий, когда она успела поймать. А вот сейчас расскажу. И видосы на ютубе смотрит, больше никуда не заходит. То есть левые сайты тоже не открывает, ничего не делает. И с админы работы через AnyDesk подключались к компу, чтобы настроить все рабочие штуки, рабочие программы. И по всей видимости закинули, блять, биткоин майнер. Других опций просто нет, потому что он именно после подключения сисадминов начал лагать. Нюцы хотели спиздить просто. Два майнера. Жестко. 4 тарьяна. Ну, мужички планируют зарабатывать, как получается, поэтому. Маша написала главному сисадмину, говорит, у вас все нормально, типа, схуяли вы подключаетесь ко мне по AnyDesk, и после этого у меня тарьяна появляются с майнерами. Они написали, блядь, прости, что так вышло, понимаю, запятая, неприятно. Ебать. А может сообщить об этом куда-то? Что за хуйня, блядь? Вот по идее надо бы...
главным говорит, что у вас там сисадмины закидывают, блядь, майнеры на компы работников. А он начал шуметь, типа, после этого, очень лагать, очень сильно греться. Проверили антивирусом, там хуяк два майнера. BTC, Mining Proc называется. Забавно, блядь. Прости, что так вышло. Так, сейчас. Oh shit, I'm sorry. Город пригласить Алькор 1. Пригласил. Угу. Каким антивиром? Этим, как его, доктор Вебом. Теперь, когда доктор Вебом удалили антивир, решили еще поставить Касперского на всякий случай. Такое ощущение, что майнер еще что-то прошил, и Касперский не ставится в принципе. Непонятно, как это работает. Так, а что мне надо? Вы готовы, не, типа, мой уже? Кончик, мне кажется, блядь, что-то... Да. У меня баг, думаешь? А почему у меня баг? Ну давай я перезайду сейчас, парни, секунду. У меня трейд сломался просто. Давай. Да, надо, чтоб Маша это попросила биткоин, который она нафармила. Софье в эквиваленте. Отдали, блядь. Просто по факту похерили новый ноут. Хороший. Так, похерили? Не, а в смысле похерили? Снести... Ну, винду снести, ну, да, и все. Скорее всего, будем полную переустановку винды делать. Фулл. Не, ну, эти типы, конечно, знаешь, если вот их правильно назвать, то на Твиче забанить могут. О, жестко, спасибо. Не знаю, завязаю я, конечно, успею ли до конца бетки его или нет, этот мейс, но он неплох. Так, Алькор, я тебе взял твой лук, твой гамбизон. Надо, чтоб ты еще в лобби вошел. Да, это я понимаю. Сейчас я вам дам пригласы. А, ты нам дашь, давай. Мы просто сидим, можно попробовать тебя пригласить. Да ладно, я уже тебе выдал приглас. А, ну только вам ливнуть надо, да, с этого слоби. А, ливнул, давай. Видите, Миша не подключается в лобби к нам, потому что он хочет, чтобы у него корона была. Власть, естественно. Как можно больше власти, да. Тут боссы есть, но они жесткие. Жесткие. Кольцо легендарное показать. Там биткоин не майнится. Вот это давно вот. На ПК железе, эфира нет, остается майнить мусор монеты. Не знаю, ну просто смотри, если ты сисадмин какой-то компании, и ты закидываешь 200 людям, которые работают в офисах, 200 майнеров, то, блять, 200 компов, которые майнят себе биток, я думаю, не так плохо. Так, ну я это, ready? Ну погнали. Это залутали такое кольцо. Майнинг стал 2 рубля в месяц приносить. Так это если ты сам себя фармишь, это типа с расчетом на электричество и прочее. А если за тебя фармят все вокруг, а ты не фармишь? А? Ты же на электричество не тратишься? О, ну вот, в общем. Какой вариант прийти к ним с пачкой презервативов и в ебало им кинуть, блядь? Может, не хоть какая-то защита в этой жизни появится, блядь? Натянуть на голову тогда. Злая Маша пришла. Так, Алексей. Давай. Это сейчас снаряжение. Есть, снаряжение взял, одел. Снаряжение взял. У нас тут, кстати, справа хороший этот... Хорошая комната. Да, там можно разъебать мага-скелета. И получить годноту. Ёбаные, блять, его фаерболы нахуй. Чё? Ай, блять. По мне лучник срёт сверху, блять. Ну вот я одного лучника убил, чтоб он не срал.
Там наверху. Все, он труп. Готов. А что-то кричит, слышишь такое? Как будто по нему не будут. КЗ. Да, это люди. Люди, да? Угу. Ну не могло просто там что-то бахнуть. Да, это маг там ебашит. Так, а это что, только с локпиком открывается, да? Вот, падла. Mm-hmm. Блин, локпики надо покупать на самом деле. Я попытался за это в трейде его купить, но не продали. Ну да, только да. Типа... Можно просто этого рогу взять и открывать. Предмет супер полезный, блять, потому что... Открывай ворота. Блять, зомби встали. Нет, там типы были, я бы не стал, может, открывать, может, они там уже на приколе ждут. О, они там бафуются. Бафуются, да? Ну знает, потому что... Да, латы, тут... латы там бегает, типа тяжел мармори. Угу. А? Вон, да, они сверху, над тобой, Миша, они прям над тобой. Ага, да? Прям над Мишей, факт. Ебут там кого-то. Я открою ворота, может, к ним зайду в спину. Я одному дал. Давай. Пойдем, Кири, я с тобой. Бля, ебать меня тпшит назад. Ты бы с этим оружием не шел бы, Мишаня, ошибка большая. У вас сзади рога еще. Я пока его это. Сзади рога где? Ага, вижу. Не, это лайтер, а вот рога сверху. Он умер. Не, рога. Он умер сверху, маг. Вот здесь рога был. Куда-то съебался рога. Ой. Готов, маг. Вот и все, блять. Рога с противоположной стороны должен быть. Но он в инвизе, скорее всего, стоит, мышь. Скорее всего, мышится где-то. Да, похуй, друзей его мы заебашили, поэтому. Главное, чтобы он тебя не убил. Да, я вас, если что, это впущу вперед. А если я попаду по нему в инвизе, то... Да, поймешь это. Да, может, будет, да? Конечно, ты поймешь, что ты попал. Я просто обстреливаю, пока там все. Синяя рапира есть. Ну, тут менщики такие, типа... Вот снизу, вот у меня вот тут звуки как будто какие-то. Первый скилл у меня скорость атаки. На 25% повышает. Да, сапоги надо будет глянуть, что там у него. О, голда. Хм. Ну, не здесь. Ну, куда-то сныкался. Душу забрать, чтоб на алтаре не резнули. Да, бля, это уже как-то мега гнусно, ребят. Ну, резнут, пускай резнет. Пускай резнет, пускай вернутся. А может, они нас ёбнут, но это ж будет интересно, как минимум. Да не, какой-то. Так, ну тут луталось уже все на этой части. Там даже шрайн, походу, какой-то был. Или это просто статуя. Рога, блядь, который в инвизе сидит, такой-то, блядь, мужики, ну уйдите уже, ебаный в рот, заебали сидеть. Так, самый опасный противник в этой игре. Все, убил его. Ау, блядь. Да нет, летающая стрекоза, говна. Пердун. За пердун. Видишь, блядь. Белая стрекоза любви. Горят прямо напротив чел. Чел пробегал прямо напротив, горят у меня алькор. Вот тут у нас с тобой. Себя? Да. А-а-а. Нахуй. А, или в предыдущей комнате. Ну, короче, живы, походу, это рога и команда. Ну, он может пойти проверить. Скорее сейчас. Всего, одного. Я думаю, он второго то он вряд ли так или? Просто воскресит. Пойду чекну. Давай, если хочешь.
флаг им в руки, вот реально, блядь. Ну резнулись и резнулись. О, ботиночки мне как раз нужны. Я не вижу. О, тут в бомбе. А, нихуя тут что? Оп. А это зомби-пердуны. Зомби-пердуны, да, газировочные. Пучку хуярится. На рейнджера есть броня, Алексей, тут, но она хуже. Ну, типа, она... А, ну да, она хуже во всем, чем гамбизон этот. А вы можете, да, типа, лампы, эксплозив ботлы юзаете? Ну, эксплозив ботлы. Эксплозив ботлы, да. Тема, на самом деле, очень советная. Она люто дезориентирует типов, они боятся очень. Зомби-пердун. Зомби-пердун. Ох, блять. Хорош. Долго сзади жил, что-то у нас сагрилось, и это Сандей там кошмарит. Да, как будто что-то было. Да там Сандей кошмарит зомбей. Да. Надо перепрыгивать нам на вот эту сторону. Там еще сундук так сори стоит, интересно. Да-да-да, красиво стоит, согласен. Ох, блять. Каждый раз как последний. Бля, я подумал, что это звук, этот мост под нами трескается, пиздец. Это что я урончик залутал, блять, конечно. Мимик! Это сундук интересный, это сундук был мега мимик. А он еще и забаганный, да? Так, да. Нам же лучше, он блядь. Не может. Арбалет на 50, беленький. О, что-то бежит. Бежит? У тебя? У меня что-то бегало, вот здесь слева, по-моему. Да, да, да. Вот дверь открыли. О, привет! О, привет, брат. Дай-ка я им ебу мишань. Ебалые двух друзей лучников приставили, которые убежали. Давай, давай. Бля, ладно. Че, ребята залутанные более-менее. Я типа прям в ебасос зарядил лампой. Хорош. Два локпика у чела было. Они живы там еще или вы? Они к нам бегут. А, да, я думал, вы же один мертвы. Один готов, все. Все. Все, они все мертвы, походу. Остался только босс. Босс-призрак. Типа своего я не убил, если что. Я своего убил, типа. У нас один жив, получается. Не-не, один жив где-то носится. Сандей, надо... Тебя просто босс, надо тебе с боссом помочь стрелять. Да я понимаю. Так, ну я лучнику убил, погоди. Нам нужно зачекать сначала, все ли тут и как. Давайте мелочь убейте, пока я с боссом носкусь. Да, да, давай, я... давай босса ебашим. А вон второй тип, чел, тип, походу, пришел. Да? Ну я босса убил. Ух. Красивые. Я его поджег дважды, но он ушел. И он спиды подрубил. Я не успел его догнать. Да и хуй бы с ним, лол. Так. Ну ладно. О, выход уже на следующий уровень вышел. Да, да, да. Да, нам тут сейчас залутаться хорошенько. А, тип двери открыл и пытается в портал. Он не знает, что я двери могу ушибать. Ебать, Сандей нахуй орёт. Блять, ушел. Ебаный рот. Блять. Я уже замахнулся на него. Сука. Сука, обидно. Так, бля, ну то, что я ваншочу двери, это вообще тема вообще охуенная. Ну, что-то по луту пока грустное, скажу так. Да, хоть на следующий уровень. Ебать, блядь, два рубина фиолетовых нашел. Хоть раз видели такое, блядь? Не-а. Они не берутся, нет! Или они взялись, но забагались? Не, не берутся. Это значит, кто из этих тиммейтов кто-то может поднять. У меня такой же с Радосом был. Я не могу тоже поднять. Сука! Подними сандвич, попробуй. Ну да, габа. Блин, ну и залупа, а! Так, вот тройной красный вроде, а нет, одиночный. Алексей, могу тебе туни... А, ну хотя... Ну не, такое, такое. Я думал, лучше будет для тебя. Ну сейчас в красный прыгнем и все. Тройной он явно появится. Тут тройной у меня, ребят.
Рено, у тебя? Ну, открывай. Да, давайте, давайте сюда. Ладно, короче, идите в тот, я прыгну в этот. Эйси. На пол бросить, блять. Ну, давай попробуем на пол бросить. Нормально вообще этот портал? Узнает где. Ну, он зашкерился. Ну, вроде других игроков нету. Невкусный у меня ужин получился. Ну, короче, нормальный этот. Я один поднял, но второй не могу, блядь. Пишет недостаточно места, блядь. Ай, блядь. Я вчера делал такую же штуку, но с перчиком, с лучком, с помидорками. Вышло с чесночком, там, со всеми делами. А сегодня просто с луком и помидорами. Перчика не хватает, конечно. Такого кролика заебашили в специях в духовочке. Чё, вкусно получилось, кстати? Блять, охуенный. Единственное, у кролика мяса мало, блять. Но в остальном... Так, Сандей, смотри, так, забрал эту... вот этот меч с желанием тебе его отдать. Нужен, не нужен, там уже сам решай. Шлем, точнее, шлем. Вот шлем еще вот этот, который я скинул. Ну, неплохой. На безрыбий, как говорится. Нахуй выкинуть... Если у вас хила до хера, я приму удар. У меня один бинт, одна хилка осталась. О, я, кстати, отдохну на костре лучше. У меня... Ну, могу тебе хилку скинуть, у меня есть. А, ну я бинтик могу на 15 хп тебе скинуть один. Держи хилку. Оп. Скинул тебе, Киря, бинтик. Угу, спасибо. Ебать, это что за прыжковые упражнения, нахуй? Привет, ребята. Здорово, Саня. Привет, Мишокин. Да вот, на второй уровень спустились. Ну ладно, надеюсь, добрый. Давай, мне Алексей. Мне тоже не особо хочется туда идти. Так, а чё? Ну, оп. Тут сейчас скелеты встанут. Оп. Не туда, Миша. А, ну да, ладно, я туда... Блядь! Хорошо. Я агрю скелетов сразу. Давай, да, расхуярим их по шурику. На, нахуй. Ну, в целом хуй... Ебать, так это все ворота, пацаны. А, ой, сказали дверь большую не открывать, иначе нам пизда. Чему? Не знаю, Майнкун написал, блять. А куда нам дальше? Ну туда прыгать? Да мы же... Я не допрыгну. Да не, погнали туда, я думаю. Бля, ну единственная опция — это большую дверь открыть. Но нам пизда, походу, реально. Я заряжу лук. Ебать! О, блядь. Под ноги, смотрите, под ноги. Да-да-да, он под ногами кастует. Под ногами хуйню стоит. О, пизда, я в прошлый раз от этой хуйни сдох, блять. Так, я пошел прыгать, короче, мужики, не поминайте лихом, блядь. Пизда меня откидывает, нахуй. Надо его похуярить. Чем? А, все, я убил его. Убил? Да. Чё, блядь. Так, но это все еще не... Пиздец, левел дерьма ебаного. Это все еще не дает нам ответа... А как выбираться-то, блядь? Там же не запрыгнуть. Ну, вот. Походу, вот здесь вот справа погнали прыгать. Сандей, ебашь вперед. Слева. Нет, вы чё, в этот, наверное, не надо было спускаться. Нет, ну, пропрыгай вперед, дай нам понять, можно ли там выбраться или нет. Один хуй сон справа. Да, можно. Можно, да? Все, заебись, тогда я пошел. Ну, прыжки изи, кстати, на самом деле. Так, чё, в големе было? Кольцо пиздатое на меня. Алексей, у меня тут локпик есть, поэтому я сейчас пооткрываю, ты можешь через меня перепрыгнуть. Да я постою пока. Там слева рычаг был какой-то. Сука ебаная, вот это гнусная хуйня так вначале делать. Реально гнусная, гнусавая. А что там было? Да типа в самом начале практически, когда нужно на реакцию нажать, она типа в самом начале была эта хуйня. Да. Кольцо напротив. 3 агилити, плюс 4 макс хп. Я взял на самом деле такое, наверное, кольцо. Хотя мне на силу, по идее, лучше кольца. Ну я вот хуй знаю, это гильдия. С лук урона больше. Блядь, лучник, смотри. Да я не хочу идти. Но ему похуй пока на тебя. И вообще похуй на все. Хотя да, я прошлое же могу кому-то... Алексей, где ты? Лёха, смотри. Иди сюда. Вот такое вот. Сейчас. Что? Вот такое вот. Я думаю, что тебе будет в самый такие? Раз. В самый раз тебе будет такое. Нихуя себе, да. Вам долго еще? Да вот, мы уже вот сейчас да будем съебываться пытаться, да. Да нет, уже выходим с этого уровня, да. И лесик соберем. Бля, мужики, надо как-то нам на ту сторону пробираться, блять.
Это не туда, да? А вот сюда вот. Не, не, вот, вот тут можно, по сути, пройти. Или погоди. Ну давай. Направо вот здесь. Блять, должен быть проход. Не, а не, вот не, же рычаг, рычаг, рычаг. А, рычаг, давай, давай, давай. Просто там мимо босса вообще не хочется идти. Пизда, мужики, больно очень. Блять, это что такое, ебёт? Блять, это горгулья. Причепокните, мужики, слышишь? Да нам вот осталось, буквально вот-вот уже. Там еще пока соберутся. Минут 5, наверное. А что мы планируем так, кстати, вопрос? Ну, вылез, 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 пойдем. Но... Пиздец. А, блядь, зомби со мной. Блядь. Я в токе, нахуй. Я добил их, но и на нас босс загрелся немножко. Там, блять. Бля, нам еще через главную комнату да, босса идти, да? Да, 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 и да, круг да, на главной да. комнате босса. Топор, кольцо, там пизда. Шлем да. забрал, этот. Ой, блядь. Штаны Мишаня, может на себя даже надеть, наверное. А, это ж охуевшие твои штаны. Я ботинки твои спижу себе. А, эти, твои. Бля, да не, Кири, надо штаны твои спасать, они слишком охуевшие. Да понятное дело, я говорю, себе забирай. Не, я спасу их просто. А чё у тебя за рубаха какая-то голимая? Выкинь как мы через комнату босса пойдём? Фиолетовая, блядь, алло, папаша. Фиолетовая, блядь. Да, блядь. А, просто пробегаем. А у меня тоже пизда. Вперед, вперед, просто пробегаем, пробегаем, Алексей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, больно сейчас будет. О, нормально. О, а тут ресалка. Где ресалка? А тут нет ресалки? Не, нету, нету, старик. Тут собака прям под тобой сидит, надо её... Да, я видел. Рук бля, сужается. Ну это такой пиздец, нам надо Лёха на ту сторону идти. Да, 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 да. Просто мем, блять, как нам повезло. И собака загрелась на тебя. Да, я вижу. Бля, Лёха, ну мы походу мертвецы кста. Это смерть, да. Да, да. Да, да, это смерть. Блять, зомби сзади, Миша! Да проходите, рашьте к порталу. Вот кто, вот да, кто один мост идет. Я на порталы, короче, встаю, пытаюсь. Блять! Да нет, тебе надо было. Но я загрел максимально всех на себе. Надеюсь, Миша не успеет, а. Или уже не успеет. Сука ебаная, блять, а! Пиздец. Ну, просто передаю привет рандомайзеру, блять, финальной зоны огромный, нахуй. Какой же ты уебан, блять, а? Просто, просто, на самом деле не сука, сложно. На боссе, блять. Да в смысле не выглядит сложно, малькор, блять, с первого удара падает, я нахуй выстоять даже не могу три атаки подряд, блять. Да, там если босс не попадает, то тебе просто, пизда. Блядь, вот реально, ну фул чмошник придумывает такое нахуй, что у тебя зона просто прямо, блядь, на боссе нахуй. Кого опухоль? Нихуя она не всегда тут, блядь. Это первый раз, когда у нас на прямо боссе закрылась зона. Первый раз, блядь. Сука. Вот же хуйня, блядь, а. Да, не страшно. Хорошо. Погнали в Элиас, хорошо, блядь, что сейчас пошли играть в Элиас. Ну реально, фул хуйня просто. Машка, заходи!